Всем привет, с вами я, Артмен, и мы продолжаем играть в чудесную игру Angry Birds 2. Сундук я уже открыл, так что продолжаем. Сейчас нам вроде уточку уже заклинания дадут. Выбираем уточку. И сейчас будем ее, короче, стрелять. Вот такой вот уточку и обвал получается. По мне, так самое бесполезное заклинание. Ну, а дальше проходим. Банзай! Теренс – лучшая птичка. И, как всегда, 3 звезды. Сейчас нам еще что-то дадут. О, метель дали. Для него нужна синяя троица. Оно в лед все превращает. Ледяные конструкции становятся. Вот, например, вот такая вот конструкция. Запуливаем эту штуку. И она становится ледяной. И сама падает. Готово. Так, второй этап. Это легко. Кидаем Теренса. Полет Теренса. Вечный. Нет, не вечный. Это видео нормальное будет. Потому что мне в этом мобизм помогает. Не знаете, как убрать вот этот recorded by мобизм? Я, конечно, извиняюсь за свой английский. И шмаляем сюда. Готово. Сейчас нам в следующем уровне поможет Теренс. Беги, Теренс, флай. Теренс, лети опять. Вот так вот Теренс работает. Отлично. Как всегда, 3 звезды. Скоро опять будет ключ для птички. Новый. Кого бы разблокировать? Так, ну, здесь нам поможет бомб. Нет, не помог он нам здесь. Нет. Вот, Реда надо запустить. Так, Теренс, помогай. Теренс не помогает, понятно. Давай, падай. Молодец. Ну. Алло. Наконец-то. Одумался. Одумалась. Игра. Игра одумалась. Сейчас нас ждет свинобосс. Но перед этим
Мы откроем новую птичку. Новая птичка у нас будет. Новая птичка будет вот эта. Потом можно будет еще Стеллу с этим. С бумерангом открыть. Забыл, как его зовут. Вроде Тед зовут. Готово. Так. А, да. Награда. Еще будет. Подождите, тут вроде это. Раньше было. Нет. А, да. Надо бы купить синий троиц, шляпку. Так. Сейчас я посмотрю видео. Вот, посмотрел. Так, башня удачи. Чё там? Нет. Не зарядилась еще. Пошлите свинобосса мочить. Короля или королеву свиней. Так, чем бы здесь сходить? Конечно, ход конем. И подождать. Но ждать, видимо, долго не пришлось. Так, и сейчас этого свинобосса мы столкнем. Я его сталкивать не хочу. Понятно, без результатов. Готово. Терренс нам в этом помог. Так, теперь наши яйца угнал свиноповар. И так до бесконечности. Итак, New Sphinx. New Sphinx. New Sphinx. И нам открылись ежедневные испытания, где мы можем заработать ценные награды. Задание. Терренс. Отлично. Терни Терренс. Так, как же здесь поступить? Думаю, вот так. Бомбы еще придется потратить. Но это не зря было. Так. Шмаляем. Терренс у нас летит. И прилетел. Готово. Это прошли. Заклинания сейчас не нужны. Ну, здесь посложнее.
И давайте сюда. Готово. Да, сложновато здесь. Птичек мало, потому что... Лучше вот так, наверное, сделать. Давай, давай. Не дает. Бабах. Ход конем. Так. Ну, мы проиграли. Можно и так считать. Ну, я могу посмотреть видео и получить дополнительную птичку. Вот. Я могу еще бесплатно играть. Так, вот этот ученый там есть. Он может сильно нам помешать. Поехали. Конечно, сейчас прям нам сказали. Не пройдем мы этот уровень. Я могу еще бесплатно играть. Так. Он издевается, я не пойму. Ему настал конец. Он что, еще живой? Этот свин попросту издевается. Все. Наконец-то. Вот здесь сейчас будет сложно. Действительно сложно. Башня прикольная. Пизанская. Так, отлично. Первой постройки больше нет. И второй тоже больше нет. Так, здесь, наверное, будет синяя троица полезна. Нет, не будет. Так. Надо разбить вот эту свинью из золота. Чтобы она нам гарантированно что-то дала. Так, надеюсь, отскочит. Отскочил. Мы проиграли. Хотя нет. Посмотрел рекламку. Получил фриберт. И проиграл фриберт. Плевать. Жизни немного. Отлично.
Так, посмотрел. Убираем вот эту карту. Ну, неплохо. Для бомбы. Прикольно. Так, забираем кристаллы. И идем в обычный мир. Воевать в Нью-Свинске. Так. По-изичному. Если вы услышите лишние шумы, я, конечно, извиняюсь. Потому что там на улице какие-то мелкие дебилоиды орут, играют, мешают видео Артмену записывать. Так, отлично. Чёртова реклама. Не нужны мне ваши предложения никакие. Поехали. Скорее бы уже арена открылась. И все заклинания. Пистолеты всякие для свиней. Насосные. Орлы могучие. Перцы острые. Готово. О, гонка. Но это легко. Всего-то надо сколько там очков набрать. No problems. Готово. Все выполнили. Потратили только Терренса. Вот смотрите на него, какой он счастливый, какой он добрый, какой он радостный. Посмотрите на его рожу. Он прям очень радостный. Хорошо летом. Так, здесь бы Чак пригодился. Но Чака у нас еще нет. Но скоро будет. Так, а сюда куда? Здесь нам Терренс поможет. Терренс нам здесь помог. Готово. 3 звезды, высокий счет. Дальше. О, наконец-то, перчик. Сейчас он всех свиней подорвет. Гарантирую. Вот видите, неприступная стена, которую можно разрушить Терренсом. Нам надо использовать этот перчик. Сейчас все рванет. Ну, оно рвануло. Неудивительно. Так.
Запускаем Тернса. Он не толстый, у него просто кость широкая. Так что вот, вам на заметку. Радостный какой же Тернс. Так. Хорошо, сегодня продвинулись, неплохо. Так, идем теперь в берлогу. Что тут? 6 минут еще. А, ну ладно. С вами был Артмен. Спасибо всем за просмотр. И всем пока!